История Яранского краеведческого музея как часть истории Кировской области. Есть в Яранске не просто дом. Здесь не лают в сенцах собачонок. Нет хозяйки за ткацким станком. Не кричит колыбели ребенок. Не впрягают здесь лошадь в саху. Не звенят бубенцы на буренках. Не кипит самовар на духу. Не гоняет хозяин котенка. Не скрипят по утрам половицы. Не разносится запах каши. Мудрость с вечностью спят на полицах. Здесь музей, здесь история наша. Яранский краеведческий музей находится на территории Кировской области, в городе Яранск, и располагается по адресу улица Кирова, 9, в доме купца Радыгина. В журналах земских собраний говорится, что в 1895 году открыт музей как место сбыта кустарей уезда. Сегодня в музее вы тоже можете приобрести работы местных умельцев. Каждый посетитель музея может узнать о туристическом потенциале Кировской области, получить подробную информацию о каждом районе. Музей бережно хранит предметы старины и, конечно же, рассказывает об истории края. Посетив отдел природы, вы узнаете о животном и растительном мире, познакомитесь с интересными находками Яранского уезда. Легко определите, какие животные тут наследили. Окунетесь в таинственный мир звуков леса. В музее вам расскажут об основании города-крепости и подлинном гербе, который находился на здании земской управы. Уникальные экспонаты расскажут об истории края, среди них карта уезда и разгонные доски. Карта уезда отражает в себе населенные пункты с их старинными названиями по состоянию на 1891 год. Разгонные доски использовали для создания узора перед выпечкой изделий из теста. Кусок такого пирога получал человек перед уходом из гостей. Вятская земля богата народными промыслами, которые и по сей день отражаются в экспозициях музея. Резьба по дереву, наличники, домовая резьба, шкатулки, другие предметы украшения и быт. Глиняный промысел, плетение из лозы и бересты. Наш край прославили мастера-самоучки. Леонтий Лукьянович Шемшуренков, изобретатель самобеглой коляски, и Яков Санников, смастеривший деревянный велосипед. Богатая коллекция живописи пополняется благодаря участникам пленэра художников России. Яранск в мае и ноябре принимает участников крестного хода, посвященного преподобному Матфею Яранскому. О чем и рассказывает экспозиция «Под сенью святых хоругвей». За год в музее открывается не менее 30 выставок разнообразной тематики. Это и работы умельцев, и выставки, посвященные известным людям, памятным датам, одна из которых – Яранский район в истории Кировской области. Вас познакомят с историей края профессиональные экскурсоводы, или вы самостоятельно пройдетесь по экспозициям музея с аудиогидом. Уже дома или в гостях можно просмотреть виртуальную экскурсию по музею и улицам города. Наш краеведческий музей богат историей своей, и кто в музее не бывал, тот, значит, край не весь узнал.